Всем привет, с вами Вернов, мы продолжаем проходить дополнение для Dishonored 2. Остановились мы с вами, собственно, на втором задании. Оно как бы уже выполнено, мы можем закончить данный уровень. Но единственное, что у нас остались контракты, которые вроде как надо выполнить. Но, честно говоря, ряд из этих контрактов я пока вообще не понимаю, как это сделать. Например, бармен. Сейчас я хочу им, в принципе, заняться по причине того, что его нужно похитить. Я, насколько понимаю, его нужно живым еще вдобавок похитить. Как вынести его среди толпы? То есть это что-то, знаешь, такое из разряда Хитмана. Я думаю, как-то можно использовать, может быть, нашу вот эту способность маску надевать. То есть его как-то отвлечь, заставить, чтобы он куда-то поднялся. Не знаю, но, в общем, как-то его надо из бара выкурить, по сути. Смерть Миму. Я, честно говоря, вообще пока не могу понять, что с ним нужно сделать. Нужно инсценировать, что будто бы... Он покончил жизнь, наверное, как-то самоубийством, что ли, да. Здесь как бы есть намек. Недалеко от Утеса Мертвеца, Верхний Кирий, местечко, которое облюбовали самоубийцы. То есть это как бы намек на то, что нужно сделать. Я думаю, что нужно как-то его вырубить. Но, опять-таки, не знаю. Угроза на работе здесь, по сути, в принципе, все понятно. Но и с этим заданием тоже. Пропавший брат, все, я думаю... Более-менее понятно, к тому же насчет пропавшего брата, мне кажется, это в бар надо нам идти, поэтому, скорее всего, давайте туда и сходим. Так, сейчас, давайте-ка, крыски что-нибудь вообще могут? Может, кто крысы подскажет? Что это? Понятно, тоже крыски. Новые сведения, ну-ка. Крысы почули, что в подвале неподалеку есть свежее мясо. Кто-то попал в беду, но там водятся трупные осы. А может быть, кстати, вот какой-нибудь пропавший брат. Я просто не отмечал, я не знаю. Так, подожди, подвал, но у нас... Здесь как бы и так уже трупов хватает, потому что мы несколько перестарались в предыдущих сериях. Так, все, это, заткнитесь, пожалуйста. Так, ну, слушайте, подвальное помещение, по сути, наверное, где-то... Осматривайтесь. Я просто осматриваюсь. Да чё же, всё-таки мне героиня наша не очень нравится. Это какой-то кошмар. Играем за какую-то, да, калеку. Симулятор калека. Ладно. Нам нужен что? Нам нужен подвал. Крысы сказали, что что-то в подвале. Так, это приватная зона, но я думаю, тетке в принципе, насрать. О! Ключ от подвала. Вот, это уже, слушайте... Уже что-то чего-то. Так, ладненько, что у тебя тут есть? Интересно, это мы, естественно, все заберем. С ними говорить, как со стенкой. Бутылка с хлороформом. Сейчас у меня, кстати, только что появилась кое-какая идея. Хлороформ же, он же усыпляет, по-моему, да? Ладно, ща разберемся. Так. Ключ... Осторожней! Спасибо, мать, за ключ от подвала. Ну-ка, давай-ка посмотрим, что тут. Что тут вообще в этом долбанном подвале и все в таком. Опа. Даже так. Ничего нету. Вроде как нету. А это, наверное, вот эта штука по нам должна, да, была шмалять. Елки. Че, не хочешь? Че-то. Не хочет. Но мы все равно, в общем, все разобрали. Так, ладно, надо было осторожно. Тут какие-то трупы. Ух, ни хрена себе. А вот, наверное, чувак, который какой надо спасти. Что она делает? Да хрен его знает, что она. Отсюда. Туалет. Надо закрыть толкан. Что за дела такие? Чувак, давай рассказывай, что здесь вообще за фигня происходит. Что уходи, пока не поздно. Спасибо, спасибо. Никто не хочет, чтобы трупные осы сожрали его изнутри. Эта страшная женщина хранит янтарь под замком. Но ключ, он рядом с рабочим столом. Забирайте все. Рядом с рабочим столом в подвале хранит кровавый янтарь. Ключ от кладовой висит на стене рядом с ее рабочим столом. Нифига себе, она тут устроила.
А это что? А, это там эти хранятся. Я думаю, знаете что, надо ее сюда притащить. Да, да тут и так янтарь. И пусть она, в общем, ответит за свои злодеяния. Мы будем, знаете, как гринписовцы. Я так понимаю, да, это котел для сожжения, поэтому мы в первую очередь сделаем самое главное. Мы закроем ублюдка и сожжем его. Просто сожжем и все. Только ноги, скорее всего, оставим. Так, а вот это что за винтик? Может их сжечь можно всех этих ублюдочных тварей? А, вот еще, кстати. Чтобы у нас инфекция, так сказать, не расходилась, мы будем спасать этот город. Мы как бы, понимаете... О, подожди. Вот какой-то ключ. Ключ от кладовки. То есть рабочий стол все-таки вот этот имелся в виду. Бутылка с хлороформом. Ага. Так, погоди, вентиль. А что вентиль-то? Гнезда трупных ос? Здесь? О, опасное дело. Трупных ос приручить нельзя. А, вот в чем дело. Вот в чем дело. То есть она открывает, потом выпускает. Я все понятно, в общем, как она их убивала. Слушайте, давайте хлороформ попробуем. Может, он их усыпит, этих ос? Я не знаю, вдруг такое вообще возможно? Вряд ли, да? Нет, смотри-ка, работает. Работает схема-то. Слушай, есть какая-нибудь еще бутылочка? Сейчас что-нибудь за футболями туда зафигачим. Нету? Так, кладовка, ладно, сейчас. Что это такое гнила? Не-не-не, есть мы это не будем, это жизнь у нас. Так, вот, соответственно, кладовка мы. А, ну и вот все, что нам нужно, собственно. Будем все ей бить, потому что она сволочь. Так. Денежки, причем денежки такие, не, конечно, не супер, но, знаешь, кое-что, что называем у нас. Че? Ничего. Так, надо, знаете что, надо сейвануться. Хотя, в принципе, нам ничего не угрожает, я думаю. Как бы ничего страшного нету. И мы реально, смотри, всех усыпили. Тогда, слушай, у меня есть идея по поводу бара. Такие две бутылки, слушай, принести. Расфигачить их там, и пусть они все уснут. И спокойно бармена похитить. Ай, как тебе план? По-моему, классный план, слушайте. Че, нельзя это разбить? Где янтарь? С этих штук всегда должен выпадать янтарь. Почему нет янтаря? Блин, что-то... Что-то не фартануло. Так, и вот что. Поскольку инфекция у нас, чтобы не распространялась, нам нужно сделать все возможное, чтобы спасти этот город. Нужно уничтожить последний труп. Я не знаю, правда, даст это, что ли? А, мы с них еще янтарь получаем. Вот в чем, ребятки, прикол. Ну, все тогда. Мы сейчас вообще будем прям мега богатые. Хотя я бы не сказал, что янтарь, он какой-то, слушайте, богатый. Что прям, я не знаю. По-моему, здесь вот это помещение, чтобы обслуживать, дороже выйдет. Что-то, по-моему, тетка не бизнесмен ни разу. Вы не находите? Так, ну еще янтарь. И плюс мы устранили угрозу. Угроза... Ада, угроза распространения инфекции, все в таком духе. Здесь у нас больше ничего нету. Я думаю, знаете что? Что пора привлечь эту тёлку к ответственности. Она должна, так сказать, за свои злодеяния поплатиться всем, чем только можно. Так, где наша... Она что, свалила, что ли? Поняла, что жареным пахнет и решила свалить? Удрать решила? Ах ты, тварь. А. Даже это она? Это не то, о чем вы подумали. Ну, я так понимаю, что это она. А ну-ка нахрен пошла. Пошла! А, я ее случайно убил, да? Ну, ничего страшного. Она тоже убивала людей. Что-то, в общем, вытворяло. Я думаю, ничего страшного не случится, что она поваляется среди ос. Надо было, конечно, ее живых оставить. Но пошла она в жопу. Я не хочу загружаться и перезагружаться из-за нее.
как бы наплевать вообще. Мы спасли этот город от гнета и ужаса, который здесь только был, и все в таком духе. Да, здесь что-то больно. Как-то все красиво. Даже бить-то нечего, ё-моё. Надо ей устроить как-то, не знаю. Хотя чё, и она уже, в принципе, ей наплевать. Ладно, не будем мы безобразничать. Почему-то это слоновая, это же слоновая кость. Почему не могу ее взять? Мы бы сделали потом бы из нее что-нибудь наверняка. Рейд на альбарку. Вообще очень интересно. Так, вот, касса, конечно. Как истинный грабитель и... Не знаю там кто... Убийца. Я просто обязан вообще открыть кассу и забрать последние 5 рублей на чекушку. По-другому, наверное, даже и не ответить. Это нельзя забрать, да? Ладно. Крыски сейчас что-нибудь изменили мне или нет? Слушай, а давайте с Мимом попробуем провернуть. Он все равно рядом находится. Давайте возьмем вот эту бутылку хлороформа. Фигакнем сейчас ее. То главное никого не убить. Потому что я могу бутылкой прибить кого-нибудь. Я могу. Это как бы... О, заодно что-то мы... Ну, мы съедим обязательно, потому что... Все или ничего. И, кстати, может быть, у него что-то здесь есть. Вот, например, например, вот это какая-то ерунда, вот медная проволока, которая стоит десятку. Лучше, четко, лучше ты медную проволоку, серьезно, мотала бы. По-моему, это намного дешевле бизнес. Ну что ж, я так понимаю, нам свидетели... Да, короче, усните, ребятки, все, заодно проверим. Что еще стряслось? Тих, мать, куда? Что с этой вообще случилось-то? Так. Вот теперь, господа, вопрос. У меня теперь есть вопрос очень серьезный. У нас, подожди, что-нибудь есть какая-нибудь, что-нибудь карта или еще что-нибудь? История карты, да, должна быть карта-то. Всегда же были карты. Верхняя Кирия. Аптека, кабинет, станция экипажей. Я что-то хз. Какой мыс должен считаться? Где это хоть? Это как-то отмечаться, может быть, должно, или еще что-нибудь. Я даже не могу понять, где мы. Аптека, салон, станция экипажей. Да я понятия не имею, где я вообще сейчас нахожусь. Блин, серьезно. А, не, подожди. Так. Вот где вода, соответственно, вот эта улица, скорее всего, аптека. Так, сейчас разберемся. Какой-то мыс, а где это долбанный мыс-то мне искать? Мне надо какой-то мыс самоубийца, он типа, он стоит рядом с этим мысом. Мне его куда, блин, тащить-то? Знаете что, я даже сейванусь, потому что если я завалю это задание, я просто банально, я тупо тогда вообще, я как бы, понятие. А, даже так. Может быть, надо его взять и, не знаю, появится место, куда его тащить надо. А, во, слушай, серьезно, утес мертвеца, вот в чем дело, господа, вот в чем дело. Ах ты же ублюдок. Я думаю, нельзя, чтобы он увидел. Давайте мы его на всякий случай изолируем. Эй. Да-да-да, чувак, ты слишком опасен для меня. Я тебя, конечно, не буду убивать, потому что вроде как ничего поганого ты не сделал. Ты, надеюсь, просто там не умер, сломав шею. Ну что ж, давайте попробуем. Я не знаю. Но пока что, слушайте, нам прет. Пока что прям... Да, утес мертвеца. Я так понимаю, надо просто скинуть. А я думал... Думаю, где этот утес мертвеца? Думаю, что за ерунда? Думаю, куда, думаю, идти? Что? Блин, вот... Страша! Люди! Мне нужна помощь! Да вы, блин, ублюдки, откуда вы взяли? На помощь! Вот,
придурь-то? Я не знаю, надо всех вас было перерезать. Хорошо поплавать, родной. Так, китовая кость, не слоновая, китовая. На слоновую мы еще не заработали. Так, ну что ж, давайте попробуем, я надеюсь, получится. Так, больше вроде как свидетелей никого нету. Вот, соответственно, вот этот вот утес. И я так понимаю, надо... Есть! Все, это выполнено. Я, правда, не знаю, кто после того, что в городе случилось, поверит в то, что данный мим решил покончить жизнь самоубийством, потому что кругом, в принципе, трупы, причем видно, что... А может быть, всех сбросить туда, слушайте? Просто прийти и сбросить в этот утес, как бы, ну, массовое самоубийство в истории же бывало такое, что массовое помешательство, люди сходили с ума, устраивали массовое самоубийство... Слушай, ты задолбал меня, ты нахрен вообще, я не знаю, инвалида, кусок, иди сюда. Что? На помощь! Да что, инвалид ты, блин, вот что. Блин, ушлепки, ладно, не буду я вас валить, потому что вы простые граждане. Чего вы испугались-то все ни с того, ни с сего, я вообще не знаю. До этого я ходил, охрану резал просто, им всем было наплевать. Тут я, короче говоря, просто... Вот, ты же нормальный пацан, да, вот, без всяких... Да ну, конечно, ну, тут я не знаю, что вы, я не знаю... Короче, вы мне все надоели, я вас всех вырублю сейчас, мало того, я сейчас вас всех с утеса поскидываю, вы все самоубийцы, я отвечаю. Вы все нездоровые. Я больше не могу. Вот, видишь, ты уже не можешь. Тебя жизнь уже очень прям так, ну... Тяжело тебе, в общем, жить... Ладно, я, наверное, задолбаюсь их всех тут таскать, там уже это... Так, чего это? А, это пустая бутылка. Рабочий пьянь сидит в своей будке, просто бухают. Типичная охрана. Я серьезно, этот, как ее, надо прям массовое самоубийство сделать, но сначала мы сходим в наш бар. На самом деле, я хочу еще здесь с барменом попробовать такую штуку, как вот это второе лицо... О, ну то есть, маску вот эту вот, способность притвориться другим человеком. Просто я думаю, что с этим что-то тоже завязка. К тому же, нам что, нам... он тогда, этот бармен, сказал, что типа... Что он может предложить коктейль, но этот коктейль, в общем... Короче, я не знаю. Надо его как-то попробовать. Принести вам что-нибудь? Вот, видите? Напиток уже на стойке. Нет, а сейчас с ним нельзя. Но нам... Какой-то звук. Он нам тогда, в принципе, что? Он нам тогда сказал, что, дескать, вот, пожалуйста, этот... Есть этот... Но он забронирован. Тут этот кровавый какой-то у них там коктейль. Мы видели в комнате, чувак там что-то пытается... Я, кстати, вот про этого-то чувака еще подумал, вот именно здесь, что, может быть, то, что он пропал, пропавший брат, ну-ка, он не здесь, он случайно, а, по-моему, слушайте, он здесь, или нет? Нет, наверное, какой-то другой, вряд ли, что в баре все будет. Нет, слушай, Альберто реально здесь, это действительно где-то здесь находится, так что мы сейчас еще один контракт выполним. Так. Ты в этой, что ли? В магазине тоже была у этой, которая сейчас... Ты чё, блин? Ты чё, фонарела, что ли? Сейчас вообще очень опасно было. Чё это было? И какие-то все очень... Да, слушай, вот он этот чувак. Вот он этот чувак, короче говоря. Ну, хорошо. Так, давай-ка мы снова хлопнем сохранение. И сейчас попробуем вот это вот сходство. Как оно работает?
А как? А, вот так, да? Ну давай попробуем. Так, тогда говорили... Кстати, здесь есть полно бутылок с хлороформом. Вообще, смотри, полно. И за то, что мы передвигаемся, у нас, по-моему... Нам, наверное, не хватит энергии, чтобы... Мне пришлось пожертвовать половину имущества. Это продвинуло меня наверх, но недостаточно. Да, ты знаешь, всем трижды просто наплевать. Здесь я каждый раз путаюсь. Трижды тронуть киток. А? Что с тобой такое? Нет, тут, в принципе, с расстоянием что-то, замес какой-то. Но мы попробуем выиграть время. Я не знаю. Добраться, чтобы до этого бара, и попробовать поговорить с этим, с барменом. Может быть, у нас получится его как-то отвлечь. Сказать ему... Чувак. Присоединяться к нам, а я блин. Тёлка, уйди. Принести вам что-нибудь? Что есть? Напиток уже на стойке. А почему ты говоришь тем же голосом? Ты лучше следи за собой. Не понял. Я... Нет, я в образе, это 100%. Потому что энергия все расходуется, но... Толку никакого. Что-то вообще какой-то бред. Что? Как это возможно? Что, палево не подняли? Нет. Короче, все с ними понятно, с этими ребятишками. Я, честно говоря, вот это что-то подмена лица не понял. Нет, это прикольно проникать. Согласен. Охранника вырубил, как переоделся и пошел. Ну, то есть а-ля Хитман, только, ну, в таком, знаете, жанре, в несколько другом. В принципе, неплохо. Но обманку нельзя провести, что есть плохо. То есть я не могу обмануть. Я думал, сейчас я подойду, я такой доктор, типа, элитный. Подойду, скажу, типа, там какие-то есть трудности, траблы. Блин, тебе как-то надо, наверное, помочь тебе, да? Давай мы тебе поможем. Из тебя же кровь всю выкачивает. Что такое? Низкий уровень заряда батареи в геймпаде. Спасибо большое. Почему, когда я сажусь записывать, эта фигня происходит постоянно? Ладно, надеюсь. Нам. Блин, мне его как надо спасти. Здесь окно открывается? Нет, здесь окно не открывается. Это ты угораешь? Мне его как-то тащить тогда надо. Вообще, конечно, тут, слушай, хлороформа. Мы тупо можем весь этот бар зачистить к ядрене фени. Сколько здесь, значит, бутылок? Раз, два. Три. Три банки всего получается, да? Да не, не так уж и много на самом деле. Не так уж и много. И что-то ни окна, ничего не открывается. А что, им плохо, что ли, стало? А чего ты ждала? Ты ведь не думаешь, из наших. Ты умнее всех. Я тебя найду. Что? Вы что, ребят? Какие-то вообще вот эти вот тетки, они проверяйте очень странные. Каждую тень. Она не могла далеко у тебя уйти. Нет шансов. Я тебя все равно найду. Сегодня бездна проглотит тебя живьем. Вы что, совсем обкололись, обкурились чего-то, что ли? Может быть, вам помочь? Может... Не стоило так сказать... тебе сюда приходить. Вы с кем разговариваете-то? Ну, что ты ищешь-то все? Что не стесняться? Бухнуть с тобой, что ли? Клянусь, я тебя найду. Короче, слушайте, с ними наверное, тело нифига не вынесу. Причем у меня опять такая же ситуация, чтобы тело вынести. Я так понимаю, надо, подожди, вынести же это тело, правильно? Из умной клиники. Так, если вы найдете Альберт, пожалуйста, отведите его в мой дом возле канала. Ну, правильно. То есть мне надо как-то вынести отсюда. Я так понимаю, никаких хитростей здесь не придумали насчет этого. То есть мне придется его тупо через весь бар проносить. Но с таким успехом тогда получается, мне легче вообще этот бар весь кедрени матери просто перерезать вообще. И как бы чтобы никаких проблем и трудностей у меня не возникало, так что ли. Я просто не знаю. Давайте бутылку с хлороформом возьмем.
У тебя проблемы какие-то. Слушай, вот сюда сейчас такие придем. Ну, я даже не знаю, мне кажется, тут все не хватит. Вы что ищете-то все? Вы меня, что ли, ищете? Может быть, я вдруг исчез куда-либо или еще что-нибудь? Давайте я сейчас вот так вот сохранюсь на всякий, как говорится, пожарный, потому что я иногда бываю дико криворуким. Что? Опять ты? Выходи! Твоими волосами... Мать. А что те? Подожди, а что с теми происходит вообще? Я ничего не понимаю. Я что-то, подожди, я что-то я ничего не понимаю вообще, что на самом деле происходит. Почему они до этого ходили? Может быть, сейчас вообще что-то заглючило, и они сейчас все на меня навалятся? Ну, по сути, в принципе, ничего страшного, мы и так полгорода вынесли. Как бы, да пожалуйста, пускай налетают. Но, признаться, вот эти два контракта весьма какие-то странные я нахожу. Я думал, они будут с какой-то с хитринкой более серьезной. То есть, там какой-то будет целая, знаешь, такая процедура, как там спасти это тело, можно вынести какими-нибудь путями, что притворившись другим человеком, могу подойти. А, они без сознания, вот в чем дело. Все, правильно, мы же провернули эту спецоперацию, понял, да? А чего ты ждала? Ты ведь не из наших. Короче, все, ладно. Они ходят и ищут чего-то. Причем, как бы, ну, невдомек, что у них новенький вообще совершенно человек сюда пришел. Слушай, а как мне их тут нафиг повырубать-то всех? А? Давайте так. Мы притащим сюда сейчас хлороформ. И просто будем бросаться в них, как непонятно в кого. В крайнем случае мы их всех просто-напросто перережем. Но я, если честно, что-то... Может быть, хотя, кстати, может быть, надо в кого-то. Может быть, надо в какую-нибудь охранницу. Ну, не охранницу, в эту безглавую. Может быть, то, что я... В другой раз буду внимательнее. Может быть, то, что я выбрал доктора, это ничего не дает. Или еще что-нибудь. Че, мать, все нормально, успокоились, да? Ничего страшного в итоге не произошло. Где третья ваша? Подожди, где третья? Мы оба умрем. Нет, тебя ранили. Что? Нет, нет. Хрен ли вы тут орете-то все ходите? Там палево есть? Вот это самый главный у меня сейчас вопрос на самом деле. Потому что если там сейчас палево, меня встретит совсем по-другому, а я как-то все-таки хочу склороформу попробовать. Нет, тут все нормально, все типично, все отлично, все хорошо. Ребята, так, надеюсь, она не убрала мою бутылку. Нет, ты это, если что, мою бутылку не убирай, потому что у меня для вас сюрприз для всех. Я думаю, чтобы ты не мозолила глаза, надо тебя вот сюда куда-нибудь. О! О, как хорошо! О, как хорошо! Прям вот то, что нужно. Прям вот, ну вот, то, что нужно. Вот, ну правда. Так, что у тебя еще есть? Больше ничего. У меня боеприпасов уже этого типа. Ну ты что это у меня, ну? Так, ты давай-ка это... Не сумасбродничай. Вот так вот мне... Так, а это что такое? Не понял. А как это открыть? Ключ от серванта. А-а-а, слушай... Тут еще что-то есть, ладно. Короче, я пришел к решению, по-моему, на мой взгляд, легендарному. Ну, слушайте, прекрасная вообще, вот просто прекраснейшая компания на самом деле получилась. К решению я пришел, на мой взгляд, гениальному. То есть мы зачистим сейчас здесь все, абсолютно. Еще хлороформа. Почему нельзя взять вот сразу несколько бутылок? Ну ладно, жалко, про запас нельзя. На самом деле, не получается у меня с двумя бутылками. Мне кажется, нужно поболее. Во-первых, для начала нам нужно, скорее всего, вообще просто как-то поднять шум, наверное, я не знаю. Можно, конечно, минки их понаставить. В общем, наша задача их тупо всех повырубать. В принципе, мы, собственно, этим и займемся. Так, мне есть где-нибудь столик такой, знаете, великолепный, чтобы я мог здесь как истинный... Как истинный, в общем, лоботряс, чтобы я мог пулять вот эти все бутылки и... Мне ничего за это не было. Что? Я знаю, что ты делаешь! Эй! А? Ищешь смерти? Тихо! Браток!
Успокоились! Тишина в студии. У меня запасы закончились, мои. Ну все, слушайте, все вообще прекрасно, все нормально. Хотя их можно было просто убить. Я же играю без убийств. Но так интересней. Понимаешь, прийти просто убить, это как-то, ну я не знаю, это как в Хитмане тоже ворваться и всех убить, это как бы, блин, не круто. Оскверненный амулет, ну, блин, нечеткий силуэт, это, наверное, что-нибудь со стелсом связано. Чаще промахиваются в дальнем бою. Ну, кстати, все равно амулеты лучше, даже оскверненные, они лучше. А дыхание чумы, кстати, по-моему, тоже вырубает, нет? Да. Короче, нам, представляете, нам просто тащить два тела. Просто два тела тащить. Это дурдом какой-то, на самом деле. Очень какое-то странно. Зачем нужно было делать так задание? Все-таки строить. Так, и... Мы до сих пор сюда не можем попасть. Интересно. Может быть, это есть ключ? Брошня, можно вас на минуточку? Мне бы только побеседовать. Пожалуйста. Нет, к сожалению. Тихо. Может, а вы... Вот, может, ты дверь мне откроешь? Эу-воу-воу! Давай, выйди, покажи мне! Отопри дверь! Только стрелять и можешь. Пошла ты нафиг, вообще карга ты старая. Сейчас, давай-ка вот что мы сделаем. Мы сейчас вот так. Я этот никак... Ну да, с помощью привидения никак это открыть не могу. Сюда попасть по-другому нельзя. Но есть разместить метку перемещения, кстати говоря. Сейчас, подожди-ка. Провернем. Если я все правильно понял, как это работает, то, короче, мы сейчас все это дело очень хорошо провернем. Так, давай-ка, мать, ты там развернись. Типа, куда она собирается идти, что ли, да? То есть это... Она думает, что у нее это получится. Я сюда смогу переместиться? Вот. Ой. Ой-ой-ой. Да-да-да-да-да-да-да. Хитрый план. О, да. Выставим метку с помощью передвинья. Отправились к ней с помощью чего-то и убили. Ты представляешь, какие мы... Черный амулет, третий глаз. Третий глаз. Черный амулет, третий глаз. Подожди, у нас что? Станут немного больше здоровья. Третий глаз. Ладно, что такое третий? Вы получаете дополнительную метку цели при использовании перемещений предвидения. Что, блин? Но согласитесь, это был легендарный просто план. Вообще великолепный. Мы сделали что-то невозможное. Мы красавчики. Мы красавчики. Действительно, это было гениально. Целебный эликсир. Так, у нас уже полно его, поэтому я думаю, можно его использовать. Мы это заслужили. А, ключ от серванта, ключ от серванта. И я думаю, знаете что, мы также гениально уйдем отсюда, потому что в следующий раз, когда будут копы проводить здесь расследование, различные детективы будут ходить и думать, что же здесь произошло, они не смогут понять, как это вообще возможно. Как же ее убили вообще. Это же просто... Это невозможно. Только было ее обследовать получше. Я что-то ничего не обследовал. Ладно. Ключ от серванта, и надо спасти Вернее, чувака одного спасти, другого чувака наоборот. В принципе... Блин, в принципе, вас бы еще козлов бы всех тоже поубивать. Но это как-нибудь... Ладно, это, наверное, как-нибудь в другой раз, когда я... А это что такое? Подожди, за помещение. А, нет... Мне показалось. Что-то больно все у вас тут красиво, как я погляжу. Неправильно все это, неправильно. Че открыть? Вот, да, вот так вот. Так получше будет. Что это в итоге? Корабельная призма. Монеты 50 штук. Серебряный орден. 150 штук монет. Окей. Блин,
Я, если честно, рассчитывал, надеялся на что-то более существенное. Но тоже, в принципе, хорошо, нормально. Деньги, деньги, они... Они, как говорится, всегда нужны. А последние пятерки, двушки, надо все это обязательно забрать. Ну и, собственно, все. Ну, вообще мы неплохо провернули, на мой взгляд, нашу спецоперацию. Это действительно было неплохо сделано, но меня раздражает, что больше никаких сюда ни подходов, ни проходов. Может быть, только тут что-то можно все-таки открыть, слушайте. Ты что, больная, что ли? Ну куда ты залезаешь? Может быть, тут что-то открывается? Какие-нибудь шторы, хотя вряд ли. Вряд ли, да? Не знаю, просто как-то странно на самом деле. Но похитить можно, конечно, двумя способами. Хотя бы через тот дом. Но мне как бы уже все равно. Мы должны спасти товарища просто-напросто, и все. Ладно, помчались. Сейчас мы спасем нашего... этого какого-то там брата, какого-то брата. Вот это вот петушата, все дела. Собственно, еще один контракт будет завершен. Теперь этот бар для всех будет открыт. Мы, как вы можете догадаться, мы несем не просто миросогласие в данный город, мы... Так, куда обратно-то хоть тащить? Лачуга. В лачугу, да? Надеюсь, в лачугу. Я не буду уточнять. Нормально. Все очень хорошо. Смотрите, мы подарили этому городу чистоту и порядок. Здесь теперь все просто супер прекрасно. Здесь никто не кричит, никто не визжит. Все довольны, все спят счастливым сном. Почему бы и нет? Почему бы и не... А, вот в это сюда, да? Пропавший брат. Спи, братан. Спи. Я только единственное, что съем у тебя... Все, пустую бутылку тебе разобью и включу тебе горелку. Ну-ка. Так. Что такое? Кто-то у нас тут еще? Ух ты, посмотри-ка, кто-то проснулся. К сожалению, ничего не горит. Я надеялся, что сейчас какой-нибудь сварю суп. Так, и теперь за барменом. Теперь за барменом, в общем, и останется у нас что? Последний контракт, между прочим. Сегодня, да, сегодня серия посвящена полностью контрактам. В принципе, мне нравится, данное разнообразие, потому что мне вот чем нравятся вот подобные игры, то есть это, так сказать, чего, кто здесь? Чувак, ты всегда как в дела? Людей оружием тычешь. Какое оружие? На оружие? Блин, ну я не знаю, где тебе взять на оружие денег. Господи, это шедевр. Как это красиво просто. Это... Ладно. Ну просто это потрясающе. Я не понимаю, почему я так обращаю внимание на то, что я здесь ношусь как ненормальный. Что такого? Я же по городу ношусь. Что за... Почему? Почему эти люди так здесь, как эти, как сумасшедшие? Ящик. Все, сейчас мы несем в ящик. Мне нравится дворник. Вот он молодец. Вот он поэтому до сих пор еще, кстати, и работает. Потому что он не обращает внимания на то, что происходит в городе. Везде трупы, кровяка, валяются люди. Но ему все равно. Вот, собственно, этой тетке. Она как смотрела, так и смотрела. Нет, смотри, испугалась. Да тут да ладно тебе, господи, ласточка, не ссы. Блин, как мне туда попасть наверх? О, это стражник. Извините. Блин, а как туда наверх-то попасть? Сейчас не хватало, только мне завалить задание. Че, по балкону, что ли? Ты серьезно? Блин, у этой Билли Берг, твою дивизию, у нее очень короткое, в общем, перемещение. И это меня просто вообще раздражает до жути. И... Че, и как мне туда попасть-то?
Да нет, 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 вот сюда мне, да. Так, вот. Ящик, там, хренящик. Вот. А, правильно, гроб, про который я говорил все это время, да. Еще один контракт у нас сделан. Еее! Это уже, ребята, серьезно. Это уже очень серьезно. Так, сохраняемся, потому что мы красавчики и мы малорики. И у нас, правда, по-моему, остался всего один контракт. Да? Да, угроза на работе. Так, давайте отметим, где это. И, подожди, что-то там... Я читал тогда здесь за кадром, там, что у нас. Угрожает мне, шантажирует, прибивает дохлых трупных... Короче, нам надо шантажистку найти, вот. Что-то я, по-моему, уже все тут совсем заговорился. Опачки. Слушайте, ну все-таки какая красота. Я прям вот не могу. Чистый, опрятный город. Ну, только крысы, конечно, но... И здесь что у нас? Во-первых, есть граната. Какие-то заряды. Пустая бутылка. Пустая бутылка, так это вообще... Это шедевр просто. А, вышел... Звена. Так. А, я же говорил, что мы сюда еще когда-нибудь нагрянем, придем, в общем. Последнюю монету. Опять будет соленая минога. Чё такое, скажи мне. Думаешь, тебя кто-то боится? О, в этом магазинчике кое-что есть для нас, да. Ну только, по-моему, просто... Эликсир Соколова просто. Я так понимаю, это аптека, что ли? Перманент, да, это, по-моему... Аптека... Я не уверен. Чё так? В смысле? Это территория, она как бы это... Сейчас, подожди. Блин, я вечно что-то забываю. Блин, ну это ж надо такое вообще намутить. Пацаны! Вы, по-моему, ребятки, что-то попутали. В чем проблема? Он утихнет. После Кто нашего утихнет? Разговора он прекратит вынюхивать, спрашивать про Якоби и убийство Сьенфуэгоса. Надо было отрезать ему пальцы. Кутяпками печатать непросто. В другой раз, если репортер не поумнеет, можешь укоротить его на голову. Ветер, наверное, или еще что-то. 100%, парень. Я не знаю, кстати, почему нас преследовать перестали. А, амулет посеял, да? Ой, какая беда, какая беда. Я не знаю, кто тебя мог его украсть. Так, значит, здесь, подожди, здесь кому-то угрожают. Судя по всему, вот этому, потому что он больно какой-то расстроенный. Чувак, ну что, надо вальнуть за тебя их. Громилы безглазые убеждали меня не расследовать дело Сьенфуэгоса. Похоже, это будет сенсация. Какое дело? Да ладно. В Карнаке была совершена серия очень жутких убийств. Из еще живых жертв выкачивали кровь. В этом как-то замешан Айвен Якоби. Но мне нужны улики. Я заплачу любому, кто их предоставит. Так мы и так, наверное, уже все знаем. Вот улики. Вы правы. Это Якоби. Похоже, у него необычные увлечения. Я знал! Чудовищно! Айвен Якоби, друг мой, тебе крышка. Да, чувак, ты попал. Код 326. Не стесняйтесь. О как. Спасибо, братан. Тысячу раз говорил ей, что я не обязан проверять жернова. Иногда кажется, что она специально глухой прикидывается. Че, 326 он сказал, да, по-моему? Давайте попробуем 3... Так, тихо. Самые свежие новости островов. 326. Просто странно, если честно, что он так, типа, код 326, бери. Он так мне доверяет. А тут брать-то нечего.
Я бы тоже код бы так, в принципе, сказал. Так, какая-то книга очень, наверное, супер важная, но мы... Купить мне выпивку. Всего только раз. Я что, так много прошу? Бутылка для реагентов. Слушай, да у тебя тут все серьезно, чувак. Ты прям, да? Журналиста супер-бупер, как посмотрю. Фотографии тут ты посмотри вообще, что ведет. Ты посмотри. Причем это, кстати, это же Абеля. Насчет двойника, типа, да? Это что-то типа чужого, что ли, сфоткал? Какие-то фотки непонятные совершенно. Вот это, по-моему, типа Абелина. А может... Нет, а может... Да, может просто так вообще персонажи они тут все одинаковые какие-то. Не только мухи и смрад. Уже дышать нечем. Вот это, по-моему, вообще с первой части, да? Вот это вот. Да, вот это вот вроде как первая часть. Да, вот этот форт, по-моему, или мне кажется, или... Да не, вроде как первая часть. А может, вообще просто что-то намешали, а я тут что-то пытаюсь какие-то пасхалки найти. Глобус надо обязательно повращать. Естественно, надо... Подожди, вдруг кто-то когда-то захочет что-то почитать, и я все закрываю. Хотя я не знаю, кому это, в принципе, интересно. Императрица стремится восстановить раздробленную империю. Это мы уже читали, между прочим. Про это можно, да, кстати, почитать. Это более-менее интересно. Так. Отлично. Пустая бутылка, брата-та. А это что, куда ведет? А, это... А, так вот, да. Ладно. Быстрое сохранение. Нам надо вообще-то в банк. Только в банк нас совсем никто не пускает. И я, кстати, не совсем понимаю, а почему нас не пускают, кстати говоря, в банк. Мы, кажется, что-то палено наподнимали. Это я как бы, да, это я абсолютно согласен. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, не то сделал. Вот так вот, ладно. Мне нужно твое лицо. Да, чувак. Вот так вот. Мне нужно твое лицо. Пойдем в банк. Даже сохранюсь. Какие мы шпионы, ты понимаешь вообще? Мы теперь... Эй, ты вышла отсюда. Знаю, какой ты вот ходишь домой. И знаю про твою кошечку, твою ненаглядную Агату. Я ее выпотрошу. Кошачьи кишки штука полезная. Если причем такое чувство, что... Знать, что я с ними сделаю. Вернее, чувак стоит, как писал, так и продолжает писать. Ему в принципе, по-моему, насрать вообще. Что с тобой такое? Что со мной такое? Надоел этот гвалт. Разве я мало денег плачу? А что со мной такое? Я что-то как-то выгляжу плохо, что ли? Ну и денек. Обед подали с опозданием. Воду в ванне перегрели. Да не говори, чувак, вообще в России жизнь просто ужасная. Чего ждать дальше? Мы такие беспалевные вообще просто, в виде охранника еще. Так, нам надо восстановиться, быренько. Только вот я боюсь, не хватит нам, наверное, расстояния, чтобы все это пройти. Энергии надо поболее энергии, чтобы так не заканчивалось. Было, когда я сказала, что она скоро умрет. А кто она? Там вообще мужик стоит. Она с кем разговаривает-то? Можете мне... А чё? Чё я... А, я не могу больше принять облик. Ты представляешь? Я-то думал, что они когда без сознания, я могу это сделать. А одного человека можно только один раз. Да, я собрала их на заре. А когда же еще? Иначе они не годятся. Можно подумать только... Блин, печалька на самом деле. Вот это на самом деле печалька. Блин, сейчас я что-то, блин, вообще запутался. В этих, во всех способностях наших суперских. Так, могу? Ну все, слушайте, все проходит прямо замечательно. Осталось только сейчас не запалиться на какой-нибудь недобросовестной охране. Или чтобы тетка не спалила сейчас
какую-нибудь ахинею совершенно непонятную. И, в принципе, последний контракт будет выполнен. Единственное, только у меня остается вопрос, как нам тогда поломать лавку. Ах, увидеть бы новых начальников на Я не хочу платить просто за амулеты, за все. Я просто все хочу своровать, как это я делал всегда в Dishonored 2. Ну, просто. Клянусь, я тебя найду. О, господи, я так и знал, что сейчас начнется какая-то лабуда из-за того, что она психанет и какой-нибудь вот пойдет такой вот дерьмо, в общем. Я этого боялся. Сейчас давай мы посмотрим вообще, что там происходит. Будем сейчас за нею. Так, Ага, вот она пересекается со своим подельником, видимо. Это сволочь. Трижды. Здесь я каждый раз путаюсь. Вот все, что удалось забрать в банке. За остатком приду завтра. Мне не хочется резать кошку. Мне не наоборот. Хочется резать эту кошку. Если что, отдай. Сейчас смотрите, что мы вообще сделаем. Вообще все. Да тихо. Неудобно управлять. Ща, короче, вообще будет, наверное, Бежит по красоте. Мне. Молодец, Армандо. А что не получается? А что тебя не смущает, что только что твоего чувака убил? Контракт выполнен. Мы просто вообще, ребятки, мега красавчики. Все, все контракты выполнены. Мы все, вот на этот раз выполнено все. Теперь по факту. Ну я не знаю, давайте заглянем в лавку, просто купим все амулеты, все, что возможно, и будем на этом уровень заканчивать наш. А, единственное, что я забыл, где находится лавка, погоди. Где она находится? Здесь код, не ключ. Я думал, что. Люди иногда оставляют здесь объявления. Я уже забрал, чувак, уже все твои объявления. Вот где узнать код? Где-то какие-то сведения. Вполне вероятно, нужно просто найти этого чувака, узнать, где он живет. Либо как вот туда. Может, как там есть окно, чтобы-то пробраться. У тебя вон там китовый этот жир, все течет, короче, чувак, как же так можно? Ладно, будем честными в этот раз бандитами. Попробуем. Попробуем, в общем, все эти амулетики купить на свои деньги. Так, во-первых, что это? Корабельный БС, обнаженное оружие не замедляет движение. А я думал, какие-то перемещения. Устанавливаем метку. Быстро нажмите ЛТ. Вот. Вот это уже, ребята, думаю, другое подарочная дело. Подарочная упаковка не нужна. Ваши атаки клинком нельзя блокировать. Вы получаете больше урона. Да, в жопу все это. Обнаженное оружие не замедляет движение. Вот это хорош, кстати. А все остальное... Да мне оно нафиг не сдалось вообще, если честно. Цепкая мина, все это можно будет поднять по 25 раз. Все эти заряды, все у нас имеется в огромных количествах. Поэтому мы фигачим улучшение. Меньше шума при рывке. В принципе, неплохо. Мы лучше амулеты еще себе зафигачим. Дополнительную ячейку амулетов. Это вот здесь тут вот, да? Хотя бы район приличный. Вас даже не знаю при плохом освещении. На Ракеза-авеню. Да что ты говоришь? Ладно, поможем тебе. Не будем тебя грабить. Короче, блин, наверное, я оставлю. Не буду больше ничего тратить. Вполне вероятно, прошу, что в следующем. В общем, никакого смысла грабить его не было и так, поэтому... Все, что не делается, все к лучшему, как говорится. И поэтому мы просто-напросто уходим из этого города. Уходим. А, это там эти стражники. Я сейчас не хочу с ними связываться. Мы просто отсюда уйдем. Мне нравится вот здесь вот люди. Им просто наплевать. Видно же, что тут он как бы... Ну, ситуация очень сложная. Что? Насрать. Этим людям просто наплевать. Только что прилетела башка. Блин. Один только без сознания. Ну ладно, пусть он так и будет. Все, давайте закончим тогда это задание окончательно. Я уверен, что в этом городе еще что-то есть, что поискать.
Кстати, мне кажется, я вот на этом катере как-то, по-моему, мог что-то активировать, нет? Спасибо за шлюпку. Твоя лодка стоит у шлюза в целости и сохранности, как и было обещано. Ты заставил лорда Мэкру свою дуа положить при последующей трезе. Не волнуйся, лейтенант. Чё, какие сведения? Вы можете покинуть верхнюю Кирию по каналу на шлюпке. А, ну и все. Отправиться на падший дом. Все, ребята, давайте мы с этим окончательно закончим. Итак, 3 часа, но дело в том, что... А, это всего или 3 часа? Ну, я не обращайте внимания, у меня просто, короче, игра стояла на паузе, поэтому... Ну, не на паузе, в общем, я там где-то ходил, курил, хрен знает, что-то делал. Ладно. Убито мирных людей 2. Ну да, к сожалению, такое дерьмо случается. Убито врагов 32, всего убито 34. Скрытный режим, поднята тревога 1, обнаружено тело 34, обнаружение 52. Призрак абсолютно, естественно, все это провалено. У нас с вами максимально по штурму и максимально смертельно получилось. Хотя я прям не сказал, что это было на максимум. На мой взгляд, кажется, как-то, ну, не знаю, перебор. Амулеты 12 из 18, монеты, кстати говоря, опять-таки собрано весьма неплохо. Картина 2 из 3. А, контракты мы в этот раз с вами выполнили абсолютно все. А, заработали действительно неплохо деньжат. А, я так думаю, сейчас они только нам прилетят. А может, уже прилетели, их потратил уже. Я не знаю, кстати, как здесь. Дополнительных заданий тоже, кстати, выполнено очень достаточно много. Ну, в общем, я считаю, удалось данное задание, хоть оно и было у нас, получается, на 3 серии. Мы дальше уже с вами сейчас будем заканчивать. Может, конечно, посмотрим какую-то в заставку или еще что-то, хотя, наверное, не будем. Мы именно сейчас с вами, друзья, закончим, подведем итог, и уже следующее задание, уже как ограбление банка, уже совсем начнем по-другому. Что, кстати, за ограбление банка еще, вот это вот интересно. Ну что ж, все выполнили, все сделали. На мой взгляд, ну, уже сейчас дополнение, ну, как-то более поинтереснее, что ли. И самое главное, что игра нас уже, я лично не вижу, что здесь какие-то последствия. Нам об этом тоже не говорили, что можно убивать, нельзя убивать. То есть, без разницы. Я могу просто бегать, всех рубить, и как бы игра на игру это никак не будет влиять. С одной стороны, хорошо, с другой стороны, плохо. Плохо, потому что как-то смысл, вот сама изюминка игры была потеряна. Хорошо, с другой стороны... Что, ну, меня как-то игра не пытается вернуть на какой-то положительный манер, я сам уже убираю. Потому что, как ни крути, в Dishonored была такая история, что я хочу играть жестко, а мне игра постоянно что-то намекает, дескать, вот, ты помнишь, там третий уровень, короче говоря, ты кого-то убил, вот теперь за это, вот последствия, теперь здесь охрана будет в 50 раз больше, и поэтому ты умрешь. Ну, какая-нибудь такая, в общем, ситуация. Вот, хотя в Dishonored 2 было не так, в Dishonored 2 вообще непонятно было, что чего вообще, я так и не понял, какие там вообще влияния оказывают, хорошие или плохие, я особой разницы не почувствовал, когда проходил, например, ну, за хорошего или за плохого, не было у меня такого чувства, что вот это я что-то там прям вот надел, и типа, ах, вернуться бы сейчас назад, как, кстати говоря, было в Dishonored 1. Опять-таки, для сравнения. Вот. Ну, здесь это вообще убрали, но зато добавили действительно качественно интересные задания. Ну что ж, на этом закончим. В следующий раз уже будем смотреть, что за ограбление банка. Пока на этом все. Надеюсь, вам понравилось данное видео. Если так, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если вы еще не сделали. Заглядывайте в плейлисты, здесь много всего другого интересного. Также заглядывайте в паблик и жмите колокольчик, дабы оставаться в курсе всех событий. Всем до скорого, всем пока.